плюс, где он играет, он там 32 очка, по-моему, забил. Просто нереальнейший перформанс. И летели. Они наоборот, должны разогнаться. Должны разогнаться, почувствовать игру, и вот потом у них пойдет. А, ну еще, наверное, Джамбол. Джамбол тоже они сразу. Сирена, скидка в угол. Оттуда трешку попробовать. О! Красота! Ну а вот и спаситель. Здесь классно, Валеев на перехвате и в быстром прорыве забирает он эти 2 очка. Молодец. Трешка. Воу! А вот и трешечка. Новичок команды. Открытая трешка, не стал бросать. Решил пройти под кольцо, скидка на Диму Сирена. Он из угла, трешку. Сирена в красоту наводит. И просто Кучкова. Сирена. Ну, Дима вроде как разыграл. Учитывая то, что счет был 3-12, неплохо реабилитировались. Попадает первый штрафной Давыденко. Вайтбук для Давыденко. Уточим. Костерин. Хороший дальше движение сделал. И вот герои. Это тот герой, которого я вчера иду. Прорыв. Кристофер. Проходит. Здорово. Забивает 2 очка. Попадает. Давыденко снова на подборе. Ну отдал просто мяч Пименову и сверху Кристофер. Воу-воу-воу. О чем я и говорил, что атлетизм у этого. Кристофер еще и блокшот ставит Сиренову. Ну просто убийца. Да, разогнал. Кольца. Кольца хорошо сейчас находит свои очки. Плетнев. С передачи потерял мяч. О, герои! Дальше еще двигают. У нас завершать. Красивая атака от Москейтов. Забивает в итоге 2 очка сейчас Решетников. Здорово! В быстром прорыве. Получается. Получается здесь набрать очки. У Смирнова. Это ярко. Евтюхин классно провалился и забивает Евтюхин. Молодец. Очень важные сейчас очки для Евтюхина. Смирнов пытается завершить, но не получается. Ну как ты... Денис Сиренов сейчас одной рукой пытался подбор забрать. Как-то вальяжно достаточно. Легкого форварда, который стремится на проход. Сейчас снова находит контакт и забивает штрафной Евтюхин. Это очень заведенный. Трешка! Красота! Красота! Забивает 3 очка Смирнов. Не попадает, но подбор выцепляет. Бежит за ним Смирнов. И Героев решает, что лучше трешку, чем 2 очка. И... Героев в паркет, но вроде как все нормально. Поднялся и сейчас готов в штрафные пробивать. Попадает первый. Сделал перезагрузку. Сейчас с новыми силами будет продолжать штурмовать кольцо. И 2 из 2 забил. Трешка. Да, ну вот Орегон — это команда, в которой неизвестно что. Попадает Дима Сиренов, но попал по триггер уже в голове с этим. Сложился. Постоянно я Сиренова Димой называю. Он Денис, да, Денис. А, попадает.
Алексей, я постараюсь, но уже просто немножко засыпают глаза, уже 10 часов вечера. Нужно какой-то момент, чтобы комментатор проснулся. Герой здорово продаю, скидка на бесчастных. Бесчастных! Попадает! 32-30. Так, Москейтед здорово, они играют сейчас. Свой командный баскетбол. Прекрасно двигают мяч. 8, сложный бросок выбрасывает. Но попадает. Очень техника была. Да, накинулись на меня. Ну а что поделать, вас много, а я один. 20 человек сейчас на трансляции. Ну полетело! Мы показываем, смотри внимательно. Давайте. Плетнев на линии. Замена! И реализует два из нас. Попадает и... По-моему, не успели, не знаю. Героев! Оу! Ну, машина! Пименов промахивается первый. Ну, второй точно оказывается. Плюс 4 для Ореха от кольца. Ермашенко. Дальше Пименов на ходе. Эндлан Пименов. Ну, какой раз я уже замечаю, что Пименов в концовках. Атака Орегона. Пименов будет бросать штрафные. Попадает первый. Сиренов хорошо забрал подбор. И будут разгонять. Пас на Героева. Героев! Снова Героев. Два очка забил. Машинка! Как надежен, как на кух Орегона. Самое большое количество очков набрал у нас. И Пименов. Устали 5-6 очков. Чем-то напоминает мартовское безумие NCAA. Там тоже никогда не бывает такого, что кто-то набирает много очков. Трешка. Герой, да что ты творишь? Вот, вроде более-менее ровно. Пименов. Пименов, сложный бросок какой! Ой-ой-ой! Пименов, красавчик, забивает. Дальше Наевтюкин трешку пробует, не попадает. Валеев, и тут быстрая атака будет. И забивает Валеев, это плюс 9. Для Орегона. И надо, я не знаю, что придумывать сейчас. О, вот, Сирена придумывает вот такой бросок. Забивает 2 очка. Попадает. Попадает Давыденко один. Попадает Давыденко первый. Минута остается до конца чистого времени. И... 2 из 2. Я иду на Давыденко. Минус 4. Осипов, проспали! Ну, похоже, все решено. Осипов. Передача и... Сбивает.